Участники благотворительного велопробега «Украинцы в Европе» уже добрались до Брюсселя. Акция стартовала во Львове 15 мая. За это время волонтеры, активисты и участники АТО уже успели побывать в Польше, Чехии и Германии. Цель акции – это маршрут в 10 тысяч километров, который проходит через 16 стран Европы. На прямой связи с нашей студией сейчас один из организаторов велопробега. Это Константин Самчук. Константин, доброе утро. Добрый ранок, Украина. Скажите, пожалуйста, как вообще настроение? Сколько километров в целом вы уже проехали? Проехали уже десь біля 2400 километров. Знаходимося уже у Брюсселі. Проехали Голландию уже после Німеччини. Настрій у всех нормальный, все добре. Как дороги? Легко ли перемещаться? Голландия дуже вразила своей якістю велодоріг. Там велодороги, можна сказати, що краще навіть, ніж автомобільні автостради. В Брюсселі трохи гірше, але дуже гарна архітектура, дуже все красиво. Коли стартуєте далі? Завтра зранку вже стартуємо в бік Люксембургу і далі йдемо на Францію та Іспанію. Спасибо вам большое. Не знаю, желают ли велосипедистам ни гвоздя, ни жезла на дороге, но тем не менее, желаю вам легкой дороги, хорошего настроения и интересной местности вокруг. Пожалуйста, нам хочется подякувати всем украинцам, всем людям, тих, кто нас поддерживает в нашей велопробеге нашему. Слідкуйте за нами у Facebook, у нас есть сторінка «Велопробіг українців в Європі», а також на сайті samchuk.org. Мы передаем привет всей Украине, мы любим вас, целуем. Спасибо вам большое за то, что нашли время, вышли с нами на связь. Это организаторы велопробега.